Вас приветствует канал «Кулинарный тандем. Дочки матери». Мы сегодня на даче, и поэтому сегодня мы будем готовить дачный обед, который будет состоять из супа с куриными фрикадельками, молодого отварного картофеля, салатик сделаем с капусточки, с огурчиками, такой летний салатик. Звука и видео может быть не таким, как хотелось, но мы будем стараться. Да? Начинаем. Для супа с фрикадельками, которые мы сейчас будем готовить, мы подготовили две картошечки молодые, кусочек морковочки, лучок, чесночок. Дома я подготовила куриный фаршик, просто куриную грудочку немножко перемолола, добавила перчик и чуть-чуть посолила. Вот такая кастрюлька, здесь около 2 литров уже кипящей воды. Приправы, итальянские травы, у кого какие есть. Немножко зелени с огорода, укропчика. Это укроп. Да, это укроп. Мы сейчас все это покрошим, поставим вариться. Еще у нас есть рис. Совсем немножко, потому что на такую кастрюльку его много и не надо. Буквально одна большая столовая ложка. Режем картошечку кубиками. Даже, наверное, такую кастрюльку вот этой одной большой картошечки не хватит. Намного лучше. Нагуленный воздух свежий, солнышко, хорошее настроение. Я не считала, сколько я здесь сделала этих фрикаделек. 15 есть тоже. Мама! Что? Молодец. Я сижу, Ваня, а ты, мама, готовь, да? Последняя фрикаделька. Последний из мытика. Все. Все, пойду поставлю. Я приду вариться. Суп уже почти сварился. И... напоследок мы кинем зелень укропчика. Мама! А где папа? Она просто петрушку не любит. Убирает ее постоянно. Поэтому я не кидаю сюда. Нарезаем укропчик. Картофель отварной, суп с фрикадельками.
начинками. Салат из капусты, огурец, салатик, укропчик. И из дома я привезла рыбные котлеты из Хека. Рецепт я выкладывала уже у себя на канале. И дам ссылочку на него. Кому будет интересно, попробуй, очень вкусные котлеты. Советую. Так, приятного аппетита. Зову свою семью.